Привет всем, кто на меня подписан. Если вы не подписаны, то подписывайтесь. Всем продолжаем играть в Mafia 2. Я сделал такую, как бы, паузу, пятиминутку. Сейчас вот продолжаем играть в Mafia 2. Снимаем трубочку. Так. Алло. Алло, это Виту? Кто спрашивает? Меня зовут Леон. Я бармен из Одинокой Звезды. Мне ваш телефон дал Джо Барбара. Он ваш друг, я правильно понимаю? Да. А что такое? Да, вот, старина Джо весь вечер глушил мой лучший вискарь, все болтал про какого-то Марти, а теперь совсем расклеился. Вы о чем вообще говорите? Мужик, твой друг с катушек съехал. Вытащил ствол и давай им размахивать. Никто не может его успокоить. Здорово. Послушай, я не хочу себе осложнений. Просто забери его отсюда. Пока он кого-нибудь не подстрелил. Или полицию не вызвали. Вито, приезжай и забери своего алкаша отсюда. Ты едешь или как? Ладно, сейчас буду. И еще. Не наливай ему больше, пока я не доеду. Я-то попробую. А если он права качать будет, что делать? Так, если ты не прекратишь его поить, я тебе наваляю так, что мало не покажется. Ехал? Я понял, все понял, только быстрее. Так, сколько в баре сейчас народу? Пока я один. Час назад была толпа, но теперь как-то рассосалась. Отлично. Слушай, запри лавочку, пока я не доеду. Буду через минуту. Я понял. Когда сейчас мы едем в Одинокую Звезду, на помощь к Джо, он после того нашего задания, как вы помните, убили Марти, который входил, ну, в наше дело. Вот сейчас Джо как бы, ну, как бы сказать, напивает за этим годом, поэтому так вот. Хоть сейчас поедем его вытаскивать с этого дерьма. Так, где у нас? А, ладно, хоть недалеко ехать. Так. Сейчас машинку возьмем какую-нибудь крутую. Нет. Нет. Совсем нет. Нет, у меня где-то была нормальная машина, я точно помню. Пипец. Сейчас, короче, я возьму что-нибудь путное. Вот, хотя бы хоть и вот эту. Более-менее. Так. Блять, вот всегда так. ДТП, водитель хочет скрыться. В смысле ДТП? Он сам в меня вписался. Вас понял. Ты дурак, нет? ДТП, блин. Он в меня вписался, и я виноват. Где справедливость? Да ну в жопу вас. Я лучше так поеду. Да, теперь еще от ментов надо как-то уходить. Жизнь говно. Жизнь. Суп. А я в нем вилка. Ага, все. Отодолись. Короче, как от ментов. Поехали в Одинокую гавань, что ли называться это. Да? А Одинокую звезду нахуй. Короче, вообще похрен. В бат, короче. Давай. 60. Блин. Так, все, вот подъезжаем. Надеюсь, стрельбы не будет. Ну, в принципе, это еще интереснее. Сейчас, короче. А, Вито, это ладно. Ты. Где он? Там, за углом. Слушай, я честно пытался ему не наливать, а он пушку вытащил, и что делать? Хорошо, закрой дверь и дай мне с ним поговорить. Я был прав. Слегка принял, да? Ну и как? Вито, ты как раз вовремя, а то все домой пошли. Странно, Джо, с чего бы это? А? Да. Ты за рулем? Не, на такси, а то сопрут машину. Отлично.
Допивай, пошли. Уже уходите, ребята? Марти. Я открою. За тебя, парень. Ты погиб как мужчина. Черт побери, куда я задевал ключи? Прости меня, малыш. Так не должно было быть. Не должно. О, господи! А, черт. Ух ты ж, бля. Ты издеваешься? Ты совсем больной, что ли? Я просто... Ты просто что? Заткнись уже, наконец, и пошли. Блядь, Батмана убили. Ладно. А вот чё пьян целый. И чё делать? Надо ехать закапывать. Почему всегда страдают негры? Сейчас убили негра. Передрака с негром. Перестрелка с негром. Ну вон у негров. Ну и чё за нафиг? Ух ты, блин. А короче, я щ... Ну за что? Дураки. Сами себе мешают. За что, во-первых, арестовать меня? Ничего я не сделал. Вроде бы как плохого. Ну, почти. Геморрой, блядь. Взяли пару ноги. Вот, вот после этого точно не захочет работать где-нибудь в ресторане. Элементарно официантом, нафиг. Не то, что бар на официантом, бьют еще задницу. Так, ворот. Блядь. Видите, у нас как задние колесо, колеса просели. Это все негр. Ну-ка, ну сейчас промой. Сейчас тупо разгонимся. Давай гони. Ну-ка, сколько, поскольку интересно разгоним? 60. Бля, колымага. Отвечаю, колымага. Давай. Перекосим. О, а это уже серьезно. Так, едем. Проскочим это. Ага. Плохо на эту машину дрифтовать нельзя. Пипец. Зеро. Так. Сейчас что у нас? Поворот. Блин. А, вот все, уже подъезжаем, короче, к цели. Сейчас уже домой отправим. И, наверное, мне кажется, надо будет, короче, избавиться от рук. А дальше я без понятия. Ну, с трупом это логично. Тут как бы другого пути нет. Не оставим же, блядь, ему где-нибудь в багажнике. Можно сказать, типа до дома не дошел. Там, гопники, ну все такое, вы понимаете. Ах, так, подъезжаем.
Да, мы на месте. Постарайся никого не подстрелить по пути к двери, понял? Спасибо, Вита. Извини, если что не так. Слушай, ты звякни мне завтра, ладно? Алкаш, блядь. Да, в принципе, мы светились. Ну, в принципе, я так и потом думал, что мы сейчас выбираться в матруху. И куда ехать? А, все, понятно. А обратно как мы будем ехать? Ну, блядь, целый круг нарезаем тупо. Тупо целый круг. Чао, Джо. Сейчас до трупа, а потом надо будет как-нибудь самому до дома добираться. Это же идиотизм. Пипец. Идиотизм полный. Ну, давай. Ну, Клымаг отвечаю. Так. Так. На. Так. Кстати, если все равно кто-то досмотрит до этого, ну, как бы нет, имеется в виду вот до этого момента, ну, когда, ну, я хочу после этой игры, ну, там у меня как бы игра с дополнениями, с модами, имеется в виду, я буду еще снимать моды, там, типа такого, так что там еще не конец нафиг. У меня еще есть некоторые моды. Вот я и еще и буду проходить. Загонить машину в пресс. Ух ты, бля. В принципе, так логично. И куда нажать? Так. Сюда что ли? Ага. А, вот и машинка. На. Так, на. Ну, ё-моё. А. Пизжу, не так далеко ехать. А, кстати, вот эта машина, чё так? Как это? Ну, такая деловая, для деловых встреч. Не нравится. Ай-яй-яй. Что я делаю? Стоп, что за нафиг? Ага, все, выход. Едем в соседнее село. На дискотеку. Своей фанатейкой. Ай-ай. Так, что еще вам? Болтать с вами? О чем? Я вот думаю, ну, в мафию 3, что ли, да, вышло вроде бы недавно. Я вот, не знаю, друзья советую, типа, не надо, фигня, короче. Типа, наподобие GTA, вы, если, ну, вы как, короче, как думаете, стоит вообще в нее играть или нет? Напишите свое, как бы, мнение в комментариях. Ну, мне очень это важно. Потому что у меня мафия точно, ну, недолговечно мне ее снимать долго. Поэтому вот так. Получается, там, ну, всему есть конец. Конец ждет нас всех. Сейчас вспомнил этот полицейский с Рублевки. Типа он там. Да, пришел вроде бы кто-то там, типа, говорит, что конец. Конец ждет нас всех. Если кто-то понял, оценил шутку, ставьте плюс. А, и пишите комментарии. Блять, почти доехала, нормально. Ни во что не вписался. Чуть далеко уехать, блять, поворот один. Менты идти. Кстати, у них вроде бы не показалось, или у них
Машины улучшились. А как так-то? Я думал, там пишется что-нибудь. Так, куда же тебя? Ага, все. В смысле, блин, я дом проехал. Преследую гонщика! Все. Вас понял. Не, нам не по пути, братан. А шо ты в жопу? Блять, он разворачивается. Такого не может быть. Так как я не оторвусь-то? Пипец. Еще один гематой. Вот. Так, все. Опять понаехали. Нет, они просто тупо друг другу мешаются, все. Я, по сути, должен оторваться сейчас. Ага, все, оторвались. Блять, они не писали, значит, ничего. А, блять, им можно, а мне нахуй нельзя. Пипец. Чё ж несправедливость? Блять, демократа в опасности. Если кто-то смотрел мои приколы, они поймут. Дурацкий русский. Демократия в опасности. Так. Поднимаемся. Ну, в общем, мы дома. Надо пожрать что-нибудь. Выпить колу. Освежает. Ой, найс. Что там еще есть? А, да нафиг. Так, что еще надо? А, ну все, спать выходит. Так, все, ложимся. Спать. Поки-моки. Итак, я свое прохождение 10 главы заканчиваю. Если кому-то понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои мнения в комментариях. Ну, в общем, оценивайте, подписывайтесь, кому-то вообще нравится мой канал. Следующая часть, глава 11, скоро будет. Ждите, следите за новостями. Всем пока-пока.